Всем привет! Вас приветствует портал Scanners Games. Сегодня мы расскажем вам, как пройти Warpriest, первого босса в рейде The King's Fall. Ну что, готовы? Поехали! Первое, что нужно сделать вашей команде, это поделиться на три группы по два человека. В комнате, в которую вы попадаете, есть три платформы – слева, справа и по центру. С этими платформами вам предстоит тесно работать. Сначала распределите, какая команда и за какую платформу будет отвечать. Распределили? Погнали дальше. Чтобы вызвать босса, каждая команда должна встать на круг, после чего появится Warpriest. Сначала будет три волны мобов, которые ваши команды должны будут зачистить. На последней волне каждой платформе выйдет желтый найт, которого надо отправить на покой. После убийства всех трех найтов, Warpriest начнет свой ритуал. И тут начинается самая веселая часть босса. На данном этапе вам необходимо в правильной последовательности встать на каждую из платформ. Выделите одного человека, который будет стоять в стороне за колоннами, и говорить команде, на какую из платформ нужно встать в данный момент. Столбы над платформами подсвечиваются. Вот почему нужен смотрящий. Он определит и скажет, какую платформу нужно активировать. Если вы правильно закончили ритуал, Гвардиан, который последним встал на платформу, получает красный щит, находясь в котором, ваша команда сможет наносить урон по боссу. Тот, кто получил щит, также получает 5 стаков бафа по 10 секунд каждый. Когда остается 2-3 секунды времени, носитель щита должен убить любого моба в комнате и так 5 раз. За 5 стаков вашей команде нужно нанести максимальный ДПС по боссу. Стреляйте в голову из снайперской винтовки, так как это собьет приста с толку, и он не сможет стрелять в вас. Если носитель щита умирает, щит в рандомном порядке получает другой участник группы. Если вы не успели убить моба за 2-3 секунды до следующего стака по порядку, вы умираете, и щит также передается другому участнику. После того, как вы израсходовали все 5 стаков, Warpriest заканчивает свой ритуал. Вы увидите яркий белый свет. Вашей команде нужно срочно собраться у одной из колонн в кучу, так как это спасет всю группу от смерти. После того, как он закончил ритуал, он уничтожает колонну, за которой ваша команда пряталась. Далее вы начинаете запускать ритуал снова. Учтите, у вас три колонны, то есть за 4 попытки вы должны убить босса, иначе вся группа умрет. Давайте еще раз вкратце. Запускаете ритуал, убиваете найтов. Смотрящий говорит, в какой последовательности нужно вставать на платформы, и тот, кто последним встал на платформу, получает щит. Вся команда собирается у одной из колонн в щите, жесткий ДПС, далее прятки и все по новой. Действуйте быстро и слаженно, и все у вас будет хорошо. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!